С началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России Карачаевский провели информационно-пропагандистскую акцию «Внимание, дети!». Цель профилактических мероприятий – снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ахмат Халкечев подробнее. Облачившись в специальные жилеты ярких цветов, поддержать своих старших коллег вышли юные друзья полицейских из 6-й школы Карачаевска. Активисты ЮИД совместно со стражами порядка призывают водителей соблюдать скоростной режим и не терять бдительность, особенно если поблизости есть школы или детские сады. Спасибо. Хорошо. У нас проходит операция «Внимание, дети!». Пожалуйста, будьте внимательны, пропускайте пешеходов. И тут инструкция, обязанности водителя. Вдруг вы, если вы забыли, напомните спасибо, себе. Спасибо. Счастливо вам доехать. Спасибо, спасибо. До свидания. Будем внимательны. И остальных будем заставлять, чтобы были внимательными. Спасибо большое. Удачи вам. Хорошего учебного года, чтобы хорошо учились. С наступлением нового учебного года на улицах прибавилось детей, которые за время длинных каникул успели подзабыть правила безопасности дорожного движения. Да и у водителей, может быть, чуть снизилась бдительность, говорят полицейские. Уважаемые водители, с наступлением нового учебного года на улицах вновь появятся дети, пешеходы, вернувшиеся с каникул. Соблюдайте скоростной режим, будьте особенно внимательны за рулем, проезжая образовательные учреждения. Подвозя детей, не забывайте их пристегивать или перевозить в специальных креслах. Также полицейские напоминают о требованиях правил безопасности дорожного движения в части использования внешних световых приборов, согласно которым любой автотранспорт, находящийся в движении, обязан передвигаться с включенными фарами. За несоблюдение данных требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.